В мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие более 100 курганцев от 6 до 60 лет. В массовой акции «Быть здоровым – это модно» участвовали 15 регионов России. У курганских организаторов был настроен телемост с другими городами. Организатором общероссийского праздника стал Народный фронт. Торжественное слово произнес сенатор Российской Федерации Сергей Муратов. Он отметил, что всегда активно выступает за проведение таких акций. Только поддерживаю. Вот такое мероприятие, оно действительно объединяет нас. И это мероприятие, оно еще раз показывает то, что по крепости духа нет сильнее в мире народа, чем наш русский народ, чем жители нашего государства. Нет никого крепче нашего. Мы самая сильная нация, мы самые крепкие духом. Поэтому еще раз, это такая точка, что победить никому не получится и просто невозможно. Никто из собравшихся, выйдя на улицу для обливания, даже не думал замерзать. По команде волонтеры подняли ведра и вылили на себя ледяную воду, после чего под громкие аплодисменты зрителей начали танцевать. Сергей Муратов добавил, что желает курганской молодежи мирного неба над головой и здоровья. Мира для того, чтобы молодежь могла себя проявить, показать именно в мирное время. Но и самое главное, наверное, вообще так получается, что наши интересы, нашу страну приходится оставить, поэтому молодежи придется желать крепости духа. Крепости духа участникам акции было действительно не занимать. А после мероприятия в здании Курганской областной филармонии всех волонтеров ждали угощения и горячий чай. Михаил Белокрылов, Анна Макарова, Кирилл Филимонов. Телекомпания «Область 45».